Hey guys, welcome. Your great review of The Woman in Black. Hello night. Всем привет, друзья. Это Great Review и специальные виды обзоров. Вот и Хэллоуин уже за дверью. Страшные события. Женщина в черном. 2012 год. Молодой адвокат имеет дело с мстительным духом. Викторианская готика с Дэниелом Рэдклиффом. Очень тренирует как раз дикцию Рэдклиффом. Ну, как не любить Рэдклиффа? Ну, ребятки, потный Гарик. Каким он теперь стал? Молодец. Он все-таки, он выбрался с этого потного. Теперь он не потный. Режиссер Джеймс Уоткинс. Фу, черное зеркало. О чем тут говорить? Мужик знает свое дело. Только не смотри на нее. Дэниел Рэдклифф, Кирен Хейтс, Джанет Мактер, Лиз Уайт и другие. Бюджет 17 миллионов долларов. Сборы в США на 54 333 290. Сборы в мире... Сборы в мире на 128. Фильм прекрасно окупился с бюджетом всего лишь 17 миллионов. Что это такое? Зрителей в Америке было 6,8 миллионов. Сборы в России на 4,5 миллионов. То есть фильм действительно очень хорошо прошел в кассе. В кинотеатрах. Премьера в России 15 марта 2012. Какие годы в СССР, Пьер? Премьера в мире 24 января 2012, релиз на DVD 2 июля 2012, новый диск, и 9 июля 2012, новый диск, был релиз на Blu-ray. Ребята, действительно фильм страшный, поверьте, и сразу 8 баллов. Это фильм, действительно, который хочется пересматривать. И если у вас будет вопрос, что посмотреть, Грет, что посмотреть на Хэллоуин, незамедлительно включаем «Женщина в черном». Один из лучших ужастиков. События разворачиваются в 19 веке. Молодой лондонский юрист Артур Кипс вынужден оставить своего 4-летнего сына и отправиться в командировку в уединенную северную деревушку, чтобы составить реестр документов, оставшихся от усопшего хозяина поместья Ила Марша. Добравшись до места и пообщавшись с негостеприимными местными жителями, герой начинает понимать, что над деревушкой нависла тень мрачной тайны. Тайны? Рядом со старым кладбищем на глаза Артуру попадается загадочная тетка, женщина, одетая в черное. И это малозначительное происшествие знаменует начало череды леденящих кровь смертей в семьях обитателей деревни. Просто. Это просто великолепие. Вторая часть есть. Я ее обязательно скину в коллекцию обзоров. Я ее посмотрел давно, в свое время, в 2014 году. Но, к сожалению, очень слабо. Но тоже страшно. И, к сожалению, там Дэниел Рэдклифф отказался от участия. Ну, видимо, посчитал так нужным, что, ну, не зайдет. А ведь они хитрые, они понимают, что пройдет в прокате, что нет. Ну, свои фишки. В общем, с Хэллоуином, ребятки. А вы слышали, что произошло в Сеуле? Это дань рогатому. Господи, помилуй души этих людей, этих глупых людишек, так погибнуть в давке, так свою жизнь загубить, это страшно. Пусть земля будет им пухом. Ведь это все на Хэллоуин, это дань демонам. Эти души, это просто какое-то страшное событие. Но тем не менее Хэллоуин продолжается. И не забывайте, что ночью ни в коем случае не находитесь после 12. Это время демонов. Мы были в 2012 году. Женщина в черном.
Лайки, дизлайки, Яндекс.Зен обязателен и welcome back.